В Бресте прошел традиционный международный легкоатлетический турнир памяти героя Советского Союза Карбышева. При поддержке родителей и ребят в турнире участвовала группа легкоатлетов из дюшор номер 3 города Слонима. Наши ребята стали и победителями, и призерами, рассказывает тренер Юрий Мандрик. С 1 по 3 декабря в Бресте проходил 65-й международный турнир на памяти героя Советского Союза Карбышева. У нас выступало 11 человек, были бывшие ученики нашей школы, которые сейчас в училище выступают, и наши ученики, которые именно здесь тренируются. Как выступили? Значит, Калинина Дарья заняла первое место в тройном прыжке с результатом 11.57. Второе место занял Богданчук Михаил с результатом в толкании ядра 14.51. И Добрынин Александр в метании молота 59.82. Какое место он занял? Второе место тоже. Значит, третье место заняли Шухно Арина в метании диска и Абрамчик Михаил в метании молота.